Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Да, Тэч, мы с тобой сегодня, конечно, полно добыли. Все принесли. Да, прям сейчас вот складываю. Прям полно всего еды и картофеля здесь прямо, а с душой, а? Вообще круто. Слушай, ты... А? Что, ты слышишь это? А? Крики? Да. Чьи-то крики? Давай посмотрим. Слушай, блин, ну давай выйдем, посмотрим, что за фигня происходит. Пошли. Ё-моё, что это? Тэч. Что там? Смотри. Ага. Слушай. Что я что-то не понимаю, это кровь. Сейчас подожди, дверь. Ага. Накрыл? Да. Да. Слушай. Ну. Она идет куда-то. Это куда? Она куда-то ведет? Что, проверим, да? Давай посмотрим, что ли. Может... Колодца там. Что-то свинину зарезал. Ну крик-то был человечий. Ё-моё. Слушай, а... Ведет... Ведет в эту дверь. Слушай, давай не будем заходить. Зачем нам это все? Надо проверить. У нас все-таки мирная деревня. Мир, ну вроде мир... Ну смотри, ну кровь. Ну, может, не будем лезть? Давай, может быть, кому-то плохо. Ну давай, давай. Здесь никого не вижу. Никого нету. Кровь дома, но никого нет, печка горит. Зачем она горит? Черт, то есть он здесь был, может он пытался что-то сделать? Кто-то. Слушай, давай не будем в это лезть, уйдем просто домой с чистой совестью, с чистой душой. Ладно, хорошо, наверное, ему уже или помогли, или... Наверное, да. Может... Ты оставим, да? Ну, оставь, может он, не знаю, человек. Ладно. Ладно, пошли домой, как-то, все. Нафиг. Не забудь улицу здесь прибрать. Вот, ну надо, да, все. Потому что людей еще пугать будет здесь. Да. Давай, пошли. Пошли. Так, Тэч, что, готов? Да, я готов. Так, взял лук, все взял, да? Надо прогуляться в лес, может найдем что-то хорошего. Да, может быка какого-нибудь заколем. Да, ну что, ты готов, да? Да, я готов, пошли. Вперед, выдвигаемся. Да, помню, Тэч, ты так стрелой попал вообще на таком расстоянии, я ж не ожидал от тебя, что ты так можешь. А, да, тогда олень ты мой. Это вообще круто. О, было. Просто на ходу. Вот я это да. Вообще, слушай, а... Что? А чё, кровь опять? Ага. И дверь у Фёдоча чё-то открыта, но это... Странно, ну это, по-моему, обычное дело. Ну это ладно, он там ходит. Ну смотри, ну кровь, а. Стоп, опять? Мы же убирали. Куда она ведет? Мы проверим. Я что-то не понял. Здесь что-то есть. Смотри, надо забраться, смотреть вообще. Может, давай. Еще где есть? Так, а. Ну-ка. Вроде. О. А, да, тоже смотри здесь. Видимо. Здесь. И там. И там. За забором смотри. На заборе. Слушай, у меня такое ощущение, что это кто-то вот так вот бежал. Уходил. Или раненый. Или может быть да, с оружием как-то. Может, слушай, он дичь подстрелил так же и нес ее домой? Как-то странно нес. Может как быть отсюда нес? Потому что через забор не перелезть. Да, ё-моё, что-то я не понимаю. Слушай, ну давай туда вот в лес сходим, узнаем, куда они ведут. Если там сейчас какие-то бандиты или разбойники, а у нас только лук. Ну может, кто-то из наших соседей нуждается в помощи, а мы... Да, это тоже верно, мы должны помочь. Что, прыгаем? Ну, хоть я и... Настаивал о том, чтобы не лезть в это, но не могу. Что-то я так подумал. Мы что, не люди, что ли? Можешь бросить, да. Спускаемся и вперед. У? Смотри, они аж к берегу нас следы-то привели. Это что, это здесь корабль какой-то был? Ты замечал какой-нибудь корабль? Корабль, ничего нет, смотри, там океан, ничего не видно. Так, а что, так, что здесь? Может быть, какие-нибудь бандиты на лодке приплывали или что? Подожди-ка. Как оттуда может исходить свет? А? Сколько живу, ни разу не видел. Что это получается, под нами что-то есть? Да такое ощущение, что что-то есть. Может... Слушай, я думаю, нужно нырять. Да, конечно. Как бы намочиться, ну пофиг сейчас. Да. Ладно, ну я... Кто первый пойдет? Давай я спускаюсь. Ты? Ну давай. Блин, я... Не страшно, вдруг... Там нет воздуха... Тэч. Черт, куда он попал? Куда он? Эй, давай, тут есть воздух, давай, тут можно. Там есть воздух, да? Да. Подожди, ну, я боюсь, ну. Подожди. Хм?
Отлично. Как? Господи, чёрт. Кому ты плавал сразу? Да я что-то не знаю, что-то меня потащило, эта хрень, рюкзак этот несчастный. Смотри, что здесь? Слушай, смотри, кровь, а чё везде кровь? Господи, а чё? Почему везде кровь? Чё это вообще за комната? Кто здесь? Кто здесь? Чё происходит? Выходите, пройдём. Да в головы! Господи. Ты чё? Черт. Как же ты не обратил сразу внимания? Ещё головы. Ты уже черепа, здесь давно лежат. Оружие, смотри, заточенное, хорошее оружие. Тебе что-то... Что там в сундуке? Я не понимаю, что там в сундуке, но мы не сможем его открыть. Слушай, броня, может взять? Все-таки не дешевая вещь, топоры, инструменты. Коль уж мы здесь и коль уж мы рискнули. Ну да, надо, конечно, взять, надо. Ну, один все ты не унесешь. Давай мне парочку. Ну, давай, попробуем. Половину на половину давай. Давай, если получится. Ты давай снимай, я хочу понять, что здесь. Ага. Так. Головы, еще какие-то головы. Слушай, а вот рычаг. Что за рычаг? Какой рычаг? О чем ты? Ну вот смотри, рычаг. Секунду. Что он даст? Блин. Че, это головы. Блин, меня так пугает это место. Рычаг, нет, стоп, может не стоит, конечно, нажимать рычаг сейчас. Не стоит, думаешь? Нет. Мало ли, да, сейчас провалимся куда-нибудь. Или кто-нибудь выбежит, может там кто-то прячется, кого-то хранят. Ну смотри, ну ведь сейчас кровь. Кровь все нас привела, и кровь сейчас здесь. И причем она свежая. Давай-ка домой, на рассвет. Пошли отсюда, пошли. Да. Уже рассвет, валим домой, давай-ка. Все, да-да-да. Сейчас сложность будет в том, что нужно еще и... Выплыть, давай. Так, давай, тыч. Пошли. Слушай, там не поранься, все-таки... Вещичка-то острая. Хорошая штука, кстати. Такая тяжелая, прям, если удар прилетит кому-нибудь. Да, слушай, ты складируй, обязательно складируй. Все сложу. Так. Инструмент это прям хороший, добротный. Слушай, ну все это какое-то совпадение странное. Кровь. Сначала утром, потом вечером, которая вела нас в лес. Ничего. Ну вот, а потом нырнули, там тоже кровь. Слушай, мне кажется, это нечистый. Этот рычаг. Нам нужно сходить туда опять, нам нужно проверить. Давай-ка завтра сходим, мало ли что. Мы сегодня поработаем, надо там еще это. Землю взрыхлить, и нормально. Да. Что-то меня прям заинтересовало это дело. Не боишься? Ну, я не понимаю, что творится в этой деревне, если никто то. Не мы, то кто. Ладно. Давай, да. Давай.